Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова смайлики и сокровища. Продолжаем проходить, уровень 16 у нас следующий идет. Продолжаем немножко неудобное управление использовать. Но куда же денешься-то? Так, куда я попал? Ага, если я прыгну сейчас туда, то у меня не будет другого выхода, кроме как... А, я могу бурить, как копать, так и бурить. Ну, бурить это вот так, чтобы пробраться. Так. Так, ну и все, вот тут взял. Ну а киркой это копать вниз. Куда я попал? Ага. Теперь вот эти я копаю. Так, каменная башка у нас тут ходит. Возьмем. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Сокровище тут. И думаю, надо взять кирку и спрыгнуть вниз. Куда я попал? Окей, сюда. Так, делаем. Так. Копаем вниз. Так, и ну это, видимо, придется вот так постоянно прыгать. Потому что другого пути нету у нас. Взять вот эти сокровища. Так, ну и все. Теперь идем в этот портал. Тут нам придется побурить и встретиться с этим врагом. А, все, он опять застрял. Нам и мы безопасно можем уже выйти отсюда. Так. Вот так, и все, скруш макдак. Что я сказал, ну да ладно. Следующий уровень на улице, и тут надо копать, видимо, вниз. Потому что как нам иначе спуститься? Ой. Но блин. Блин, мышкой неудобно переиграть. Мышкой очень неудобно это делать вообще. Ну вот, я опять застрял. Да блин, нельзя, короче, здесь копать, я тут иначе застрянешь. А, он сам умирает, когда восстанавливается камушек. Thank you.
Блин, не взял этот камушек. Давай, давай, давай. Эй, да ёп. Ну это неудобно вообще, мышкой неудобно. Стрелочками неудобно тоже, потому что не этот. Только мышкой можно задать расположение той стороны, в которой он будет ломать киркой. Да блин, я что-то забыл, что он умеет по этим перелазать. Да блин. Между двумя врагами я в ловушке оказываюсь. Отвлекающий маневр, кстати, пускай там поднимается да задерживается. Может лучше подниматься, чем спускаться вот тут. Блин, не поймал. Так. Вот надо поставить где-то фигню вот эту. Только вот я не знаю где. Враги с обеих вообще сторон находятся. А этот остановился еще не вовремя. Так, я сразу, наверное, переключусь на эту штуку. Не люблю игры, в которых управление неудобное очень. Что стрелочками неудобно, что мышкой. Мышка неудобна, потому что это мышка, а стрелочками неудобно, потому что со стрелочками нельзя задать сторону, в которую ты будешь ломать киркой или дрелью. Опять я промахнулся. Ладно, так, пока ломать ничего не надо, буду пользоваться стрелочками, это будет гораздо удобнее. Вот так. А чё он не использовал-то эту штуку? Чё он не ставит? Штуку, ставь штуку, ё-моё, я забыл, какой кнопкой ставить. А, вот, но я уже, но слишком поздно, он почему-то не ставил ее. Он, видимо, ставит ее только в ту сторону, в которую я смотрю. Игрушка прикольная, но управление, конечно, оставляет тут желать лучшего. Неудобно. Давай, давай, ставь игрушку.
Так, давай, давай, давай. Давай, ставь игрушку. А, еще надо туда копнуть. Ой, блин, ну вот что за отстой, а? Ненавижу это, ненавижу управление это. Ну, пройдем, пройдем сейчас. Западне между двумя врагами я нахожусь в этом случае, так что немножко неудобно получается здесь. Пока отвлекается, а мы крадем эти сокровища. Недолго он совсем отвлекался на вот эти сокровища, и мы направляемся сюда, чтобы поставить снова эту штуку здесь. Ну зашибись. И куда мне теперь и как я теперь вылезу? Рестарт. Тут надо тщательно. Может, лучше с самого начала тогда копать это место тут. Нет. Нет, опять застрял. Я просто не понимаю, как копать-то надо, чтобы я это достал. Дрель тут надо. Вот дрель бы тут была бы лучше, конечно, чем вот это вот то, что имеется. Да блин, ну это ужасно неудобно. Это просто ужасно неудобно. Я не понимаю вообще, как до этой штуки добраться. Вот я сейчас сюда зайду, и все, мне не выбраться отсюда никак. Вот прикольно, кстати, что врага убивать можно, но только... Что я сделать-то могу? Слушайте, я оставлю на паузу и иду искать в Ютубе, как вот этот достать. Так, посмотрел, правда, это было очень непросто, потому что Ютуб тормозит. Хоть есть VPN, хоть и нету. Йоу.
Так, все достал, и враг этот погиб, что, собственно, облегчит нашу ношу теперь очень сильно. А, нет, он возродился. Он, оказывается, возрождается. Блин, тогда нет, ничего не облегчит нам. Вернее, это нам облегчило, но совсем ненадолго. Давай-давай, ставь игрушку, дебил! Так, снова делаем отвлекушку. Ставим фигню. Ага, ключик надо теперь найти. Где же он? А, за игрушкой прям. Блин, твою мать, а! Я вот ненавижу вот это вот, что он не направляет... Что очень трудно направить направление, которое надо бить. Ну все, я опять проиграл из-за самого конца, блин. Так, ну ладно, проделываем то же самое. Да, блин, подойди ты к этой фигне поближе. Возрождается. Почему я возрождаться так не могу? Вернее, я могу, но сокровища возрождаются вместе со мной. На свои места, блин. О, чуть не догнал. Ставим игрушку. У! Блин, чуть не догнал. Ух, долбанный уровень, наконец-то прошел, блин. Это вообще какой-то сложный уровень был. Ага, а тут что мне делать?
летать. Вот так. Ну что ж, когда мы можем летать, это значительно все упрощает. Так. Да блин, не в ту сторону, дурак, блин. Давай. Лететь надо аккуратно, чтобы врага этого не задеть. Иначе фигня будет. Так. Ой, тихо, не туда, немножко не туда. Стой. Стой. Да, стой, не в ту сторону, дурак, блин. Да, ненавижу этот курсор. Эй, да не в ту сторону! Я ненавижу вот это вот появление курсора. А он что, за мной не пойдет, что ли? А, нет, пойдет, но что-то немного с опозданием. Да, тихо. Надо следить, в каком положении находится курсор все время. Да блин, это неудобно. Это вообще неудобно. Он все время летит не в ту сторону, в которую мне надо. О, да блин, чуть-чуть не успел, а. Тут надо очень прям быстро действовать. Уровень тоже довольно сложный. А все из-за неудобного управления.
Давай, давай, давай. Давай, давай, отлично, мой красавец просто. Но тут он зажался, он отсюда не выберется до меня. А это... Так, ну ладно, это мы преодолели, теперь надо как-то преодолеть следующие все. Что тоже не так просто. Так, это преодолели. Осталась последняя часть. Хорошо. Сложные уровни, ё-мо. Пузырьки у нас позволяют летать с помощью парашюта. А, тут даже не весь уровень помещается в экран, ё-моё. Сколько же тут всего сокровищ. Пусть он туда отойдет. А они синхронно, по-моему, идут или нет? А нет, не совсем. Так. Возвращаемся наверх. Чуть-чуть ждем сначала. Так, вот теперь поднимаемся. А, блин, чуть-чуть не успел. Ну, блин, вот это отстой вообще. А вообще, зачем жизни? Зачем нужны жизни, если сокровища при любом раскладе возвращаются на место? Чего я от этого теряю? Очки только, что ли? Ну, мне пофигу вообще на очки, если честно. Мне главное уровень пройти. А для этого надо все сокровища собрать. Так тут толку жизни этих нету почти. Зачем он в самого себя кидает какую-то жижу вот эту? Ой. Уровни попадаются даже не то чтобы сложные, а долгие.
то чтобы сложный, а долгий именно просто. Если это в этом заключается сложность, то это я такое не люблю. Постараемся как-нибудь пройти, конечно, но я надеюсь, долгих уровней сложности, уровни, в которых сложность заключается в том, что они долгие, это такое будет попадаться редко. Я же могу просто в лестницах прятаться, и тогда никаких проблем не будет. Можно врага обходить и все. А вот тут прыгалка нужна. Опа! Я же могу ее использовать не только вот в этих местах. Ключик, где ключик? Скажите мне вначале. Ключик мы видели. Я с порталом перепутал сначала. Руки аж вспотели, если честно, от этого всего уже. Ну и все. Сейчас доберемся до верха, да, пройдем. Только подождем, пока брак тут уйдет. Каменная башка, как я ее называю, его. Фух, нет награды, Дейс. Плевать я на это хотел. Тут взрывать надо, да? Ладно, пока он тут ходит, соберем пока вот эти. А как мне выбраться отсюда? Видимо, сюда не динамитом нужно было забираться, а каким-то другим способом. Но каким другим? А как по-другому сюда добраться-то? Видимо, два динамита надо было там применить. Других вариантов я не вижу.
О, блин, вот зачем останавливаться, а? Да дебил! Не в ту сторону! О, я врага убил. Хоть что-то хорошее я сделал. Только враг возродится все равно. Вот. Хотя лучше бы не возрождался. Поворачивать не умеет ведь, да? Единственный способ попасть в ту сторону, это динамит тут поставить тоже. Два динамита тут, наверное, поставить нужно. Либо других вариантов я не вижу. А, так она не ставится. Только как мне динамит? Куда же мне динамиты тогда ставить? Как мне добраться до этих штук? Если я там сверху поставлю, это не поможет. Ладно, пока займемся другим. Ой, нет, не ту поставил. Ой.
Динамит я весь потрачу сейчас. Туда мне не, да, туда мне никак вообще не пробраться. Динамит так взрывается, что мне не подходит комбинация. Он же не по... Он по, поворачивает, ты не поворачивай туда. Так, ладно, снова пауза. Как, посмотрим, как проходить этот уровень. Так, все, короче, я понял. Только способ этот, ну, прям очень неочевидный, я бы сказал. Сейчас мне надо еще вспомнить, как к той до той добраться. Динамит надо использовать, короче, вон там. И тут надо действительно два динамита взрывать. Нет другого способа туда пробраться. Первый динамит ставим сюда. А второй... Нет, не в ту сторону. Сюда. Ой. Ну... Я ненавижу это управление. Я надеюсь, повезет, и я смогу поставить... Еще раз. Но это очень прям неочевидно. Очень неочевидно. Очень прям неприятно. А в это время этот блок возвращается обратно. Ну я не знаю, как это проходить. Ну просто не знаю, но это невозможно сделать. Давайте сразу займемся вот этой самой штукой. Я не знаю, с какой скоростью просто надо действовать. Мне кажется, надо два динамита сразу ставить. Один сюда. Один сюда. Вот так, скорее всего, сработает. Эй, твою мать! Это, я стану психом после этой игры, я вам отвечаю. Да. Я стану как Тревор из GTA 5, блин, после этой игры, я вам отвечаю. А, нет, это не помогло. Надо именно тот способ делать. Другого по-другому никак. И надо как-то в скорость действовать. О! Успел. Наконец-то.
Это можно сделать, но это очень неочевидно. Очень неочевидно. Абсолютно неочевидно это. И управление катастрофически неудобное. Управление — это просто какая-то дичь. Так, прыгаем сюда, нам снова нужно динамит сюда заложить, ибо другого способа пройти туда не существует. Опа, чуть не сдох я. Так, чтобы не рисковать, лучше, наверное, вот так сделать. Ужасный уровень, я не могу. Я просто не могу, это ужасный уровень, это ужаснейший уровень, просто ужаснейший уровень! Других слов у меня нет. Уровень просто ужаснейший. Так, теперь... Да стой, дебил! Динамит несколько раз надо сюда закладывать, потому что несколько раз надо туда возвращаться и идти, блин. All right.
Да блин, не пружинка, а динамит мне надо. Это надо два раза возвращаться туда. Зачем такие сложности делать, а? Ну я не понимаю вообще. Откуда вы берете такие сложности? Я просто не понимаю. Нафига делать такие сложности в уровне? Зачем заставлять игрока ходить в одно и то же место 10 раз? А надо будет потом еще один раз возвращаться туда, и вдруг я еще сдохну. Надеюсь, что нет. Придется еще раз ставить. Так, осталась последняя часть. Последняя статуэточка, и мы это сделаем. Еще и ключик надо мне, да что ж ты будешь делать, а? А, еще это надо еще раз туда сходить, ну зашибись. Я уже устал это делать, зачем надо столько раз ходить туда? Вот скажите мне, просто скажите мне, зачем? Зачем игрока мучить так надо? Так, сразу предусматриваем, когда лучше динамит ставить. Это жесть какая-то просто. Все, ребята, давайте на этом закончим. Это просто ужасный уровень был. Просто ужасный уровень, а мы прошли всего-то 4, по-моему, уровня. Это мы прошли всего-то сегодня. И столько времени потратили на это. А тут еще 1, 2, 3, 4, 5 уровней еще целых. И это просто жесть какая-то. Я не могу. Так, ладно, ребята, давайте... закончим на этом. С вас лайк, подписывайтесь, сменяйте эпичный видос, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, желательно вступайте в YouTube, грозятся заблокировать уже скоро. И всем пока.